У меня к вам вопрос. Получаете ли вы нужное количество жиров на кето-диете? Жиры вам нужны для клеточных мембран. Каждую клетку окружает мембрана из жира. Жир нужен для головного мозга, для нервной системы. Для всевозможных химических реакций требуются жиры. Жиры нужны для гормонов, например, гормонов стресса, половых гормонов. Жир нужен также для выработки желчи, так что жир необходим много для чего. Жирорастворимые витамины — это витамины А, Д, Е и К. Жирные кислоты омега-3, в том числе DHA и EPA. Если вы на кето-диете, и основной ваш жир — это арахисовая паста, иногда люди мне говорят, что единственный жир, который они едят, — это арахисовая паста, в которой много омеги-6 и почти нет омеги-3. А также кокосовое масло. Это неплохо, но в нем нет жирных кислот омега-3. И в сливочном масле тоже нет жирных кислот омега-3. Это жир другого типа. Оливковое масло — это омега-6. Это неплохо, но омега-3 очень, очень важна. DHA и EPA жизненно важны для нервной системы и головного мозга. Меньше всего нам нужно получать пользу от кето-диеты и заработать дефицит омега-кислот. Итак, лучший источник омеги-3, особенно DHA и EPA, это морепродукты и жирная рыба. Сюда входят сардины, устрицы, семга, тунец и еще много разных полезных морепродуктов и рыбы. Это лучшие их источники. Также годится высококачественный рыбий жир. В неферментированном жире из печени трески отличный уровень омеги-3. В яйцах, только это должны быть фермерские яйца, не магазинные, тоже достаточно омеги-3, а также DHA и EPA. Далее, в мясе и молоке коров травяного откорма в 4 раза больше омеги-3, чем в мясе и молоке коров, которых кормили зерном. Тут надо уточнить. Если на этикетке сказано «grain finished», то есть перед убоем кормили зерном, уровень жирных кислот омега-3 падает. Поэтому выбирайте мясо и молоко именно травяного откорма, в идеале. В семенах льна есть определенный жир, который еще нужно преобразовать в DHA. И не знаю, сколько там чего преобразовывается, но точно недостаточно. Поэтому знайте, лен не является полноценным решением, и у вас все же может быть дефицит этих полезных жиров. В грецких орехах тоже есть некоторое количество омеги-3, и эти жиры тоже нужно преобразовать. Также DHA есть в некоторых водорослях, которые можно употреблять. Так что делайте упор на эти жирные кислоты и не забывайте о них, чтобы ваша кето-диета была именно здоровой, и вы получили от нее пользу. Спасибо за внимание.